говорится. Много потребляют. Такие арбузики тут маленькие. Ни разу не пробовал. Это большой стоит. Это корейская дынька. Сейчас взять. Сейчас мы вот это все взяли. Покажем вам, сколько это вышло. Но система такая. Коробку по размеру. Какая у нас получилась запаковка. Два часа вечера, мы часто приходим сюда, это называется маркет Ханароматы. Здесь очень дешевые цены, такой не туристический маркет. Здесь кто знает, тот знает, ну кто живет, наверное, в Сеуле, тот знает. Единственное, что он делится на две части, это ассоциация есть такая, Нунгёб, сельскохозяйственная, и здесь могут продавать только местный сельхоз свою продукцию. Здесь нет импортной продукции, все корейское. А в этой части, где мы сейчас зашли, здесь нужно, могут закупаться те, у кого бизнес есть в Корее, и на основании ИП документа вам выдают специальную карточку скидочную, ну либо знакомых иметь, у кого есть эта карта. Взяли большую тележку. Мы часто сюда приезжаем. Так, с ценами. Ну вот чеснок, например. $8. $7 сколько тут вес? Такой мешок, в общем. Чеснока 7 баксов. Картошку вы уже знаете. Я ее показывал. Как мы ее готовим. Сладкая картошка. 10 килограмм $30. Лук стоит... Ну, а вот морковь. Морковь здесь. 3 килограмма $5. Картошка 1,8 килограмм $3. Это стоит 25. Молодая. Ой, я обманул. 10 килограмм $19. Грибочки. $3. Такие сейчас. 90 центов. Шампиньоны. $5. Вот свекла. Какая свекла у них. Одна штука. 90 центов. Здесь морковь дорогая есть. $3 килограмма. $15. Очищенный чеснок. 2,5 килограмма. 12. Всякие корни. Это вот кабачок, я вам показывал на второй серии, на рынке мы были у нас. Пакет стоит $4. Огурцы. $3. Так.
арбуз 8 килограмм, $14. В прошлый раз мы покупали арбуз, но что-то плохое начало. Такие арбузики этот маленький. Ни разу не пробовал. Одна штука стоит $5. Тунец. Дали какие банки. Здесь рестораны закупаются. Кафе. Оптом. Сколько стоит? Вообще непонятно. Стоит много всего. Соевый соус. Известный повар рекламирует. Сеть ресторанов держит. Шоу снимается. Тут есть пакетик кофе. Ну, его, наверное, видели во многих, кто блогеры ведут, показывали. 200 порций, $20. Орешки дорогие здесь. 700 грамм грецкий орех. $10 где-то. А? Вот у нас Данил уже закупился. Иди маму найди. А я не знаю где. Что ты купил? Печенье? Чипсов ты куда столько набрал? Маску одень, опять зараженные много. А тебе разрешили это купить? А? Эй. Ма. Ты же не учишься у нас совсем. Вон, мама, вон. Куда ты столько набрал? Тебе мама разрешила это все купить? Ты булочек купил, фруктов взял. Чипсы ешь. Что, даже электроника есть? Сюда клади. Туда рис положим. Садись. Заморозка. В общем, мы здесь закупаемся большую часть сейчас, потому что здесь чуть-чуть дешевле, чем если доставку на дом заказывать. Ну, доставку на дом тоже заказываем, конечно. Сейчас. Чего вы опять набрали-то всяких вредных? Печеньки. Печеньки. Я из-за вас скоро толстяком стану. Смотри, здесь холодно будет. Здесь холодильник. Вот это вкусная штука. Другой бренд мне нравится, это Хэм. Ну это тоже ничего. Это свининка такая, вообще пожарить можно, прям можно сырой есть даже. Тут заморозка. Сосиски. В России у нас много едят. Стандартные сосиски $4, 454 грамма.
Знаете, сосиски вкусные. По-моему, они $6 килограмм. А это банановое молоко ты взял? Банановое молоко очень вкусное. Это не настоящее молоко, конечно. Но банан. Со вкусом. Такие наборы. Смотри, продуктов. Суп, по-моему, или это кровяная корейская колбаса сундэ. Килограмма $6. Здесь как бы интерьера так как такового нету, не особо все красиво, но здесь все есть для жизни, чтобы не умереть с голоду. Молоко на каждый день, молоко на каждый день написано. Палочки 432 грамма, $6. Здесь молочный отдел. Ну, молочки корейцы мало потребляют, поэтому выбор здесь небольшой. Здесь йогурт Активия есть, по-моему. Корейские йогурты кисленькие очень. У кого запоры хорошие, рекомендую. Такая упаковка стоит $1.5. Вот этот бренд постарее, по-моему. $3. Сыра здесь. А, вот он, Активия. Активия, по-моему, не Активия. $4.5. На Ютубе нельзя это. Горячительную воду рекламировать. Сыр. Ну, сыра здесь у них такое, ну, для пиццы только. Плавленый сыр. Вообще нормальных сыров здесь нет. В Корее вообще. Типа очень дорогих супермаркетов. А, они там стоят намного дороже. Масло. $8.450 стекла наша тележка. Еще пока не забили полностью. Такие котлеты, стейки называются, 1,8 килограмм, такой пакет $8. Если пойти в другой супермаркет, это, конечно, дороже будет. Есть такой для оптовых закупок. Мороженое, видите, тут он прям ведрами продают. Такое вот ведро мороженого шоколадное. $10. $14. Даня, хочешь мороженое? Смотри. Мороженое. Иди у мамы спроси. Подожди. Манты корейские.
эти для жарки. $12, 2,8 килограмма. Эти с кимчи. Корейские пельмени. 1800 грамм. Давай, неси. А что такой маленький взял? Бери побольше, это выгодно. Вот это вкусное кунжутное масло. $9 за бутылку. Побольше $20 литр. Уксусное, ой, это кукурузное масло растительное. $11 за 3,6 литра. Ну, цены здесь очень недорогие. И видите, такие размеры огромные есть. Это корейцы. Много потребляют. Это острая паста. Кочудян. 6,5 килограмм, $11. Такая. Есть вот еще побольше. Ну, в Корее вообще одна приправа. Практически это острый красный перец. Везде его кладут. Если блюдо красное, оно острое. Ну, бывает еще зеленый перчик острый. Если это плавает в супе, то суп будет острый очень. То есть тут, видите, огромное количество просто этого пасты из красного острого перца. Там всякая одноразовая посуда, печеньки, тазики, вообще такое. Оптовый такой мини-склад. Сковородки. У меня жена часто сковородки покупает здесь. Глубокая, $8, 26 сантиметров. $17, $4. Под яичницу сковородочка. 20 сантиметров, $5. Есть большие. Здесь все корейское. Made in Korea. Большие сковородки, 36 сантиметров, $15. Ау! Что, тебе тазик нужен? У нас же дома есть, ты куда? Дома же есть попкорн. Корейский попкорн. Вкусный такой. Такой мешок он потащил. 2 килограмма, $9. Ты фруктов не хочешь поесть? Витамины? Ешь всякую? Ладно, пойдем. Корейская дынька. Сейчас буду взять. $11. Вроде они все одинаковые.
Просто доберем. $6. Маленькие помидорчики. Мы для дома набираем, а здесь вот мужчина. Риса, он, видите, сколько взял. Воды, масла. Ну, всякое, ресторан держит, либо какое-то большое мероприятие. Мы для себя берем. Сейчас мы вот это все взяли. Покажем вам, сколько это вышло. Все выгрузили. 200 долларов. Пойдем выберем коробку. Тут не очень удобно снимать. У меня ребенок второй. Но система такая. Коробку по размеру. И сюда все запаковывает. Такая у нас получилась запаковка. Сейчас это загрузить надо будет. На улице уже ночь. Адрес магазина оставлю, ссылку внизу. Но именно в эту часть, чтобы попасть, нужно карточку иметь. Все, погнали домой.